Интригующее название фильма не единственное, что собирает огромное количество зрителей на просмотр фильма «Секс, кофе, сигареты». Режиссер Сергей Эльденбург собрал в своей картине звездный состав актеров, в том числе и новоиспеченного гражданина России Жерара Депардье. А в кинотеатр «Люксор Аймакс» представить картину приехал заслуженный кадет России Аристарх Венес. Мы с артистами не пересекались с другими, то есть у каждого была своя новелла, такой формат этого фильма. Но когда снимали мою новеллу, у меня и у Данилы Спираковского, у Лины Мединской, я уверен, что осталось только теплое, очень хорошее ощущение от производства, от процесса. Было круто. На пресс-конференции актер пообщался с прессой и со зрителями, поделился впечатлениями о картине. Вопросов к Аристарху было много, ответил он на все. Признается, на площадке старался отработать по полной, подводить любителей кино не в его правилах. После пресс-конференции все зрители смогли побеседовать и сфотографироваться с актером, а после их ждал премьерный показ. Ой, ну я почти фанатка Аристарха, только ради него и пришла сюда на самом деле. Вот, но ждет фильма положительных эмоций. Вот, приятного просмотра и хорошей компании. Сам же фильм оправдывает свое название. Динамичные новеллы комедии для взрослых выбиваются из общего ряда аналогичных кинокартин. Посмотреть этот фильм можно и в кинотеатре «Люксор Аймакс». И не стоит забывать всем желающим оценить «Секс, кофе и сигареты». Вам должно быть больше 18 лет. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.